Всем привет, дорогие друзья! С вами Гриша, это интернет-магазин sundownaudio.ru, и с нами новинка от компании Alphard, ну, если быть точнее, от компании DevBones или от бренда DevBones. Это очередная мачете. Мачете MF12R, это значит мачете Fight с индексом R. В общем, динамики продолжают эволюционировать, да. Мы уже видели, наверное, 6 вариаций мачет за все эти долгие годы. Кто помнит, они когда-то назывались Magnum, когда компания еще называлась Alphard, и не было брендов мачете и брендов DevBones. Вот. Но годы идут, динамики улучшаются, катушка становится больше, номинал увеличивается, характеристики становятся лучше. Губа все так же большая. В общем, все, что вы любите за вполне себе доступную цену. Давайте немножко поговорим о том, что же из себя представляет конкретно эта динамика. Это 12-дюймовый сабвуфер. Номинал у него 1200 ватт, максималка 2400. Почему? Потому что катушка теперь 3 дюйма. Естественно, намотана омеднённым алюминием, но для данного ценового сегмента и, собственно, параметров динамика это более чем достаточно. Массивная магнитная система, как мы видим, без вентиляции через CHR, но, опять же, у нас есть корзина, где есть отштамповки под вентиляцию. Зеленая шайба, ну, в общем, пружинные терминалы. Все, собственно говоря, как вы привыкли и все, как вы любите. Отдельно отмечу вот замечательный пылезащитный колпак с огромным просто логотипом, который выступает практически на сантиметр, шучу, меньше, в виде буквы М и, собственно говоря, того самого мачете. В общем, очень красиво, очень добротно все сделано. Тесты вы уже видели, в том числе от R2V. У нас эти динамики в наличии, уже успешно продаются, устанавливаются в системы. Вот. Отмечу отдельно, что цена на данный динамик сейчас идет по акции. Он стоит чуть-чуть дороже 8000 рублей. Стандартная цена тоже очень неплохая, 9490. Но, естественно, я рекомендую всем брать именно сейчас. Динамики доступны с катушками как 2 плюс 2, так и 4 плюс 4. Коммутация, соответственно, одного динамика с катушками 2 плюс 2, это либо 1 Ом, либо 4 Ома. Для D4, соответственно, 2 или 8, но это, как правило, подразумевает, что берете 2 динамика и коммутируете в 1 Ом. Немного или пару слов о том, что значит номинал сабвуфера, потому что 1200, все думают, ой, нам нужен очень мощный усилитель, он не будет играть от моего усилителя. Это совершенно не так, потому что любой динамик при номинальной заявке 1200 ватт будет спокойно играть даже 600 или 500 ватт. Номинальная мощность говорит нам о том, что производитель считает оптимально для данного динамика долговременно в плане мощности. То есть в данном случае я бы выбирал усилитель мощностью от 800 до 1,5 кВт. Опытные ребята могут взять что-нибудь помощнее, типа 2000 ватт. Вот. Но, тем не менее, я бы остановился на 1,5 или 1000 ватт номинала от усилителя. Это будет отлично. Под данной динамикой у нас есть короба в наличии. То есть можно приехать и, можно сказать, в этот же день уехать с новым отличным сабом, с басухой. И вам все это установят, подключат, настроят, и все будет отлично. Также приезжайте, если у вас есть какие-то вопросы, наши замечательные консультанты, продавцы и менеджеры вам все расскажут, покажут, порекомендуют, подберут проводку, усилители, динамики и могут вам собрать полностью систему. Вот. Ну а у нас, повторюсь, мачете Fight 12R. Чуть дороже 8000 рублей, ссылки есть в описании, все есть на сайте. Если кто-то не смог найти, пишите в директ в инстаграм sundownaudio.ru, вам обязательно подскажут, как вам найти и как приобрести продукцию. Мы отправляем товар по всей России и не только. Вот, в общем, ну, либо приезжайте в Варшавское шоссе 122А, мы работаем с 10 до 21. Сайт www.sundownaudio.ru, с вами был Гриша.